Так, сегодня я расскажу клинический случай обструкции холеодоха у кота. Этот клинический случай будет о том, о чем нам говорили с первого курса института, о том, что диагноз ставится комплексно, что мы обращаем внимание на все, начиная от жалобы, образа жизни, анамнеза, результатов осмотра, анализов крови и, собственно, дополнительных исследований. Так, у нас представлен случай. Сейчас, подождите. Демонстрация запустилась, а не переключается. Это кот метис. Первично он обратился в конце декабря с жалобами на то, что у него на протяжении 4 дней наблюдается рвота. Если первые 3 дня он еще кушал, то, собственно, в последние сутки он отказался от еды. Никак рвота не была связана с приемом пищи. И, собственно, уже к 4 дню он стал пассивным. Это домашний длинношерстный кот, который кушает профессиональный корма обычный, но при этом он не вакцинирован, не кастрирован, и обработки ему не проводят. Не замечали, чтобы он поедал инородный предмет, но тем не менее недавно установили елку, также длинношерстный котик. Ну, соответственно, по осмотру обнаружили только признаки дегидратации, но при этом никаких болевой синдром не был выражен, и более значимых отклонений никаких не было выявлено. Собственно, УЗИ увидели гиперхогенный объект с акустической тенью в полости желудка, предположили, что это трихобезар, учитывая его шерсть, и, собственно, отправили на эндоскопическое удаление. Предварительно провели УЗИ сердца, анализы крови, по сердцу все хорошо, по крови увидели такие изменения. Собственно, кот, у которого повышены трансаминазы, и билирубин был 43,4, и при этом также был повышен общий белок глобулин, но и гематокрит тоже был 52, но, собственно, общий белок с гематокритом к дегидратации, остальное по какой-то неизвестной мне причине осталось, скажем так, недообследовано, и ему провели эндоскопическое обследование. Собственно, в желудке не обнаружили инородное тело, обнаружили только признаки воспаления. Ну, собственно, хирург-эндоскопист, который проводил процедуру, сориентировал на то, что надо проконтролировать УЗИ, убедиться в том, что нет механической непроходимости, не будет рвоты. УЗИ этому благополучно животное было сделано, механической непроходимости не было, и животное было выписано со стационара. После стационара была однократная рвота, затем пришли на повторно запланированный прием. В принципе, кот чувствовал себя все это время хорошо. Единственное, что потерял в первичном приеме в весе. Я тут не очень показала. На момент выписки он 5300 снял вести. Ну, в общем, там немножко варьировалось. Короче, к повторному приему он немножечко сбросил. Немного, всего лишь 160 грамм. Но, собственно, анализы крови у нас трансаминазы так и остались высокие. Но при этом ГГТП пришло в норму. И билирубин был уже нормальный. Собственно, мы провели УЗИ данному пациенту. У него была утолщена стенка желчного пузыря. Тут, в принципе, желчный пузырь виден. Желчный пузырь небольшого наполнения. И также расширен пузырный проток. Расширен холеодох. И в полости холеодоха, вот здесь слева, мы видим какой-то гиперхогенный предмет. Здесь не очень четко видно акустическую тень. Сейчас мы покажем лазерной указкой. Вот здесь у нас что-то в полости холеодоха. Вот это у нас холеодох. Вот оно. Здесь видно. Собственно, пациент был отправлен на хирургическое лечение, где ему было выполнено устранение внепеченочной обструкции общего желчного протока с помощью катетеризации и промывания холеодоха физраствором в большом объеме. Под контролем эндоскопии тут видно дуоденальный сосочек, вот прямо он здесь посерединке на экране. Также у этого пациента взяли желчь на цитологии, на бакпосев. По цитологии пришла нормальная желчь. По бакпосеву все чисто, ничего не выросло у кота. Но, соответственно, причина появления обструкции у кота не выяснена. Ну, то, что вымыли из холеодоха, опять-таки, тоже никаким образом не смогли взять.
И тут скоро капелька появится из дуодинального сосочка. Да, вот она, капля вышла. Ну вот, собственно, холедах окончательно полностью промыли. И весь раствор выходит у нас хорошо через дуодональный сосочек. Так, собственно, недолго находилось животное на стационаре после этой процедуры, и было выписано в хорошем состоянии, кот кушал самостоятельно, никаких жалоб на его самочувствие владельцы не отмечали, он был достаточно активен, умывался, кушал, рвоты не было. По УЗИ у него сохранилось незначительное утолщение стенки желчного пузыря, в принципе, мы видим это в видеопетле справа, и также есть признаки расширения пузырного протока. Но при этом холедах не был расширен, и дуодональный сосочек был в норме. Назначен урсофальк и контроль через один месяц. В плановом порядке через один месяц к нам пришел кот. В принципе, все хорошо. Он обратно вернул свой вес, который потерял. Физикально также никаких изменений мы не обнаружили. Анализы крови, как видите, его тоже пришли в норму. Но не все так просто оказалось у этого кота. И вот он наш. Повторяющаяся обструкция в холедахе у нас имеется. Так, на средней нижней видеопетле тут, в принципе, лучше всего видно. Поскольку никаких клинических признаков обструкции холедаха у кота не наблюдалось, то есть у него не было ни симптомов, ни изменений по анализам крови, было предложено два варианта. Либо выполнить ему холецистографию, либо, собственно, контроль через два месяца. Владелица, естественно, выбрала контроль через 1-2 месяца, естественно, под контролем его симптомов. Ну, собственно, как и обещала, владелица пришла через 2 месяца. За это время, самым удивительным образом, именно перед приемом у него случилась рвота. Вес такой же у него был, но холедах на этот раз стал расширен до 65 мм. И также, собственно, вот это содержимое в холедахе мы также обнаружили. Но и анализы крови у нас были соответствующие для обструкции, были повышены ЛТСТ. Да, как и говорили, желчная фосфатаза может повыситься и при любых других патологиях, но учитывая то, что мы обнаружили на УЗИ, собственно, все эти показатели скорее указывали на обструкцию. Собственно, была проведена повторная операция холедохотомии, но в результате случилось иатрогенное повреждение каудальной полувены, и процедура не была завершена. Тут больше хирург занимался тем, чтобы остановить кровотечение, возникшее у животного во время операции. Закрыли сначала с помощью зажима и затем с помощью специального клея сульфакрилата. Попытки до
провести катетеризацию повторного сосочка оказались безуспешны. В итоге цель операции не была выполнена, но осложнения, которые возникли в момент операции, были устранены успешно. Собственно, в этом случае приходится пересматривать тактику лечения, поскольку обычным стандартным промыванием здесь никак не обойтись было. Это было безуспешно. Собственно, после повреждения каудальной полувены и вот таких осложнений во время операции животное оставалось на стационаре, мы контролировали ему кровотечение, контролировали боль. Он отказывался от еды у нас после всего этого. Выписан домой на принудительном кормлении, пришел на контроль через 3 дня, анорексия сохранялась у кота нашего, но при этом отсутствовала анемия, и он также скинул вес, стал весить 4,8 килограмма. Собственно, поскольку в первый раз операция не удалась, собственно, стали повторно пробовать промывать холедах, но во время реоперации обнаружили, что дефект в холедахе вызвал желчный перитонит. Ну и, собственно, во время этой процедуры стали уже заниматься непосредственно устранением желчного перитонита и промыванием брюшной полости, чтобы не вызвать уже последующих осложнений. Ну, собственно, тут уже речь идет о том, насколько нам удастся дальше стабилизировать этого пациента, при условии, что никак избавить его от обструкции мы не можем, и в желчном пузыре у него уже образуется достаточно густой сладж, которого сейчас мы скоро увидим. Вот. Ну, собственно, после второй вот этой операции, реоперации, мы выписываем в стабильном состоянии, в средней тяжести. Он достаточно хорошо держит все показатели мониторинга. Да, он еще немного сбрасывает вес, но у него растет билирубин. И также растет у него ГКТП и триглицериды. И уже снижается общий белок. Ну, собственно, пришли через 3 дня. Тут все стало еще хуже. Какие-то показатели стали лучше, какие-то стали хуже, но билирубин у него еще сильнее растет, и альбумин у него тоже снижается. Ну, собственно, тут с хирургом шла речь о том, что делать уже диверсионные операции, пытаться каким-то образом спасти пациента, но прогноз от осторожного неблагоприятного, поскольку данные процедуры не особо часто делались, ну, что в нашей практике, что вообще в российской практике. Состояние кота все-таки ухудшилось. Он у нас окончательно потерял вес до 4,2 килограмм, уже пожелтел весь, не только лишь билирубин у него стал высокий, но и, в принципе, сам он стал весь желтенький. Ко всему прочему, к измененному холедоху и желчному пузырю, у нас уже стали изменения в печени, диффузно была изменена печень, и были признаки уже печеночной гипертензии. Но, соответственно, тут мы ведем речь о том, что у нас пациент болеет и обструкцией холедоха, и гепатопатией в моменте. Но, соответственно, так. Вот такой вот достаточно густой сладж в желчном пузыре к этому моменту у него уже образовался в связи с обструкцией. Мы видим здесь крупные сосуды и печеночные вены, и рядом с ними есть более мелкие сосудики. Сейчас мы увидим их подкрашенными доплерами. Это как раз-таки признак артериализации печени и печеночной гипертензии. Холедах в этом уже вот он, огромный, 1,2 сантиметра. Вот это холедах. И совсем какая-то микроскопическая гиперхогенная взвесь в дуоденальном сосочке здесь. Тут хорошо видно оба протока и холедаха было в конце, и поджелудочной железы.
Поскольку прогноз был от осторожного до неблагоприятного, владельцы решили послушать второе мнение. Не хотелось так быстро обращаться с котом. В принципе, их можно понять. Это естественное и нормальное желание владельцев послушать второе мнение. Собственно, в сторонней клинике у них перебрали все анализы, переделали УЗИ. Ночь на стационаре провел кот. Ну, собственно, динамики никакой у него не было. И то же самое приложили им. Холецистодонастомию сделать, то есть вшить желчный пузырь непосредственно к 12-перстной кишке, так чтобы желчь выходила не сразу из желчного пузыря в 12-перстную кишку. Вот. Но владельца отказалась от проведения данной процедуры и вернулась к нам провести эвтаназию. Зато сделали коту УКТ, и мы можем посмотреть на КТ, как выглядел его желчный пузырь. Тут слева видео петля, это мочевой пузырь, ободочная кишка. Сейчас будут медленные типочки. Да, вот почки. Селезенка. Вот тут уже начинается, это был желчный пузырь и пузырный проток, вот такой вот извитой. Так, вот он, холедах, пузырные протоки и немножечко желчный, да, вот пузырь. Так, какие лично я для себя сделала выводы из этого клинического случая? Это самые очевидные выводы, которые нам, как я и говорила, говорят с самого первого курса Академии, то, что диагноз ставится комплексно, что мы не просто так сдаем анализы крови, мы все-таки смотрим, что там у нас по анализам происходит, и реагируем на это. Ну, соответственно, этому пациенту первично выполнили УЗИ только желудочно-кишечного тракта, мое мнение. Да, коту 6 лет, и да, у него случилась рвота, да, он длинношерстный, мог наесться шерсти, но тем не менее ему стоило сделать УЗИ полностью брюшной полости. Нет какого-то одного показателя, который как-то меняется, и мы реагируем и говорим о том, что это проблема именно с желчевыводящей системы. Нет, мы оцениваем все полностью, оцениваем и состояние животного, и все показатели крови, и данные, которые есть у нас в УЗИ. Ну, естественно, в зависимости от полученных результатов, конечно же, естественно, корректируем план диагностики, если это требуется. Вот. Ну и, собственно, такой маленький вывод, который также можно дополнительно сделать. К сожалению, мы не все можем вылечить. К сожалению, иногда некоторые болезни оказываются сильнее, чем мы и наши хирурги. Это то, о чем я хотела сегодня вам рассказать. Спасибо большое за внимание. Если хотите что-нибудь спросить, вот моя почта.